Это они. Маша Кожевникова и Леша Ягудин танцуют сегодня под музыку из кинофильма «Страна глухих». Маски сброшены, карты разложены, получаем кому что положено. Господа, вы не поняли самого главного, вам хотелось течения плавного. Все мы в зеркале сплавные. Господа, перестаньте скрывать напряжение, это партия до поражения. Господа, осторожнее, стены окрашены, вам достался соперник безбашенный, молитвами вашими. Господа, действительно была партия до победного конца. И они не просто оба безбашенные, они отчаянные. Вот как захватило с первой секунды, так и не отпускало, пока зрители не зааплодировали. Ну, мне напомнило обращение со столом и с двумя стульями спектакль Ролана Петти «Жену Мелямор», «Молодой человек и смерть». Этот кусочек был использован в фильме «White Nights». Замечательно, ребята здесь просто используют предметы, танцуют очень хорошо, выразительно. А какие вещи делают? Супер.